И снова здрасте. Перебирал я список подозреваемых игроков. И наткнулся я на этого игрока. Ник его Ферач Мусара. Это бывший Кадрат. Он переименовался, как только поступила на него жалоба в полк 9 мая. Этот игрок из полка 9 мая. Расскажу вкратце предысторию. Так вот, игрок был в полку 9 мая под ником Кондрат. Четырил по-черному. Жалобы мы отправляли на него в полку неоднократно. Они на них не реагировали. В итоге, кое-как, этой зимой, если не ошибаюсь я, не помню, не буду врать, мы подружились 9 мая с полком и договорились, чтобы, ну, объяснили им, показали, доказали, что он четырит. Да, они с этим согласились, выгнали его из полка, он потом переименовался и продолжает четырить. Четырит он уже около 2 лет. Гайдин Entertainment, обращаюсь к вам с огромнейшей просьбой. Заблокируйте этого персонажа, сколько ж можно. Это свинство просто, ребят. Это просто ужас, свинство. Сейчас вы поглядите, что происходит. И так он играет уже 2 года. Ну, у меня возникают только одни мысли. Чем-то напоминает мне игрока Гуччи Гая. Только этого не разблокируют. Этого даже не блокируют. То есть такое ощущение, что он использует какие-то особенные читы, которые можно использовать. Если нет, то тогда объясните, почему вы не блокируете этого персонажа. Давайте приступим к рассмотру. Вот он приближается к точке. Он тоже танки видит. И начинается. Шоу начинается. Танк справа, танк прямо. Вот, смотрите, ребят. Ну, вот что здесь? Вот как это можно назвать по-другому? Танк двигается, да? Пожар. Рикошет. Тут танк. Что, через горку стрелять будешь, придурок? Он за горой стоит, дебил. Вот туда хочу стрельнуть. Точно в борт, не пробил. И вот так он уже, ребят, играет на протяжении 2 лет. Вот он стоит, целится в маркера. Отъехал танк в сторону. Не беда. Вот, блядь, какой интерес играть вот так. Блядь, это просто пиздец. Прошу прощения, ребят, за такие яркие выражения. Это просто... Это просто. Я не знаю, гейммастера, я отправлял жалобы регулярно по нему. У меня на нем скопилось на него видео огромнейшее количество. Мы сейчас их откроем и посмотрим. Давайте я немножко сейчас замедлю видео. Так, вот он опять. Ведет маркер. Ну, и что здесь? Скажите, не читы? Это вот как понимать? Почему он не заблокирован? Давайте посмотрим, сколько этих видеозаписей. Открываем. Пишем Кондрат. Так, а давайте мы сейчас его найдем здесь в списке. Вот он, Кондрат. Да, список, ребят, очень огромный. Начал я вести его с ростовского. Это с октября прошлого года. И понеслась. Вот только уже поучаствовала в этом списке. Кошмар. Это кошмар.
А представьте, сколько их всего на самом деле, этих игроков. Я не успеваю уже записывать просто. Количество такое огромнейшее их. Ужас, ужас просто. Гайдзин, надо поработать, причем прилично поработать нужно. Так вот, вернемся к нашему Кондрату. Да, ребят, хочу напомнить вам, что на моем канале можно взять ник игрока, скопировать, и вот здесь в поиске, допустим, мой канал, и попробовать в поиске набрать Кондрат. И вот все видео с его участием. Смотрите, первое видео — это когда у нас тут самое-самое-самое. Год назад. Да, парень еще 4, ребят, с этого. Как только... С тех пор, как 9 мая не было, еще был первым полком, когда его заблокировали, этот полк, они переместились потом в другой полк. Вот столько видео. Я не знаю, ребят, и на этих всех видео показано, что он играет на читах. 3 месяца назад он сменил ник и продолжает читерить. Я лично, не знаю, я в шоке. Я очень удивлен тем, что происходит сейчас у нас в War Thunder. Ко мне поступать начинает такая информация, я не знаю теперь, что с ней делать. Я себе подготовил подушку безопасности, потому как подозреваю, что далее будет еще интереснее. И, возможно, возникнут проблемы с моим каналом и моим аккаунтом. Возможно. Не уверен, но всякое может быть, я уже готов ко всему. Информация очень серьезная. Гайдзин, я надеюсь, вы сделаете выводы и поступите правильно. Нельзя так делать. Это ужас просто. Я понимаю, что вы хотите многого добиться от проекта, но так делать нельзя. Играет. Непонятно, правда, чье удовольствие. Какое может быть удовольствие, если ты играешь, у тебя перед лицом одни маркера. Подъезжай к стене, у тебя маркера. Что это за игра? Подъехал к вагону, уперся в него рогом и стреляешь. Ужас, ужас. Есть еще один игрок, который также Донзо уже играет, из полка СНГ. Очень долго он играет на читах уже. Ник его... Блядь, уже забыл. Он там только этих ников поменял. А, получил, сука. Так тебе и надо. Так, смотрим, СНГ. СНГ, СНГ. Кто у нас из полка СНГ тут? Альбатрос, вот. Вот этот Джек Дэниелс, который. Да, ребят, вводите ник игрока или тег полка, и вам нарисует, если повторы есть с участием этого игрока или этого полка, вам нарисует. Вот СНГшник тоже, мистер Брукс он был, Альбатрос. Я называю его рукожопый Альбатрос. Тоже читерит уже очень долго. Заметил я его осенью, то, что он на читах играет, я его и ранее видел, не обращал как-то внимания, а это столкнулись мы с ним в бою, он просто нагло на фурде расправился. Команда противника и его союзники все сдохли, и он один в одиночку нагло просто расстреливал наши танки. Так, что тут наш?
Андрак, ты далее поехал гнуть? Давай, перемотаем, чтобы видео не было слишком большим. Раз выстрел, ваншот. Гребервинд, готовься. Да стреляй уже, не бойся, бля. Пазик гэшный. Не знаю, почему его не банят. Я просто... Я поражен просто событиями в War Thunder. Странные, очень странные события происходят в War Thunder сейчас. Ребят, репутацию потеряете, потом хрен найдете. А конкурент ваш спит и видит, как вы сейчас упадете, оступитесь и не подниметесь. Зря вы играете с огнем. Я бы на вашем месте, ребятки, делал все возможное, чтобы вашу репутацию исправить. Читер! Попался! Забанили молча и бесповоротно, как там Киопок пишет. Даже если разочек, даже если виноват попугай, мы все равно тебя заблокируем. Использовались читы на аккаунте. Блокировка. Все. Ну, Гуччи, история с Гуччи Гаем нам показала обратное. Двойная разблокировка. Удивительная. Так что у вас еще есть, ребят, возможность поправить ситуацию. Игра очень хорошая. В нее люди, несмотря ни на что, продолжают играть и вкладывать в это деньги. А вы так себя ведете. Ладно, что-то я слишком разговорился. Пора уже заканчивать обзор этого игрока. Всем спасибо, ребят, за внимание. До новых встреч. Пока-пока.